Стихотворение Ларисы Рубальской «Зато». Не наизусть, нет, близко к тексту. Я знаю одно волшебное слово, я им поделиться с вами готова. По-разному жизнь сложиться может, но слово «Зато» вам всегда поможет. Примеры долго искать не надо, вот вы оглянитесь на тех, кто рядом. Одна некрасива, зато умна. Другая красива, зато одна. Зато у нее никаких забот, живет как хочет, для себя живет. Хотя в день рождения и в Новый год никто ей цветочки не принесет. Зато после них не надо мыть вазу, и весь маникюр не облезет сразу. Другая, которая некрасивая, с мужем живет, такая счастливая. Хотя он с работы приходит поздно и говорит, ревновать несерьезно. Зато она всем-всем обеспечена, но сердце ноет, как зуб недолеченный. Зато гордится она сыночком, хотя на венах заметила точки и шрамы какие-то незнакомые, как будто покусали его насекомые. Зато он в школе хорошо успевает, но она недоброе подозревает. Красивой подружке завидуют очень. За то, что та свободна, как птичка певчая, хотя красивая плачет ночью. За то, что счастье так и не встречено, а ей так хотелось бы кого-то обнять. За то не надо ей рано вставать, и телефонный звонок не разбудит. За то скоро лето, и отпуск будет. А ехать на море ей просто не с кем. Вот тут сюжет меняется резко. Она на море все-таки едет, и это не отпуск, а путь к победе. Да-да, он увидел ее на пляже, и не прошло еще часа даже, она поняла, что чудо свершилось, и одиночество отменилось. Хотя это чудо, красавец писаный, живет на свете, нигде не прописанный. Зато у нее квартира большая, и этот вопрос очень просто решаем. Зато прогулки ночами звездами и планы на будущее серьезные. Плевать, что она свои деньги тратит. Ведь на двоих отпускных ей хватит. А та, которая счастливая, помните, к тетке в деревню едет в поезде. Лето, отпуск, в городе жарко, а у мужа как раз на работе зоопарка, переговоры важные очень и семинар 2 недели в Сочи. А с женой отъехать он не может. Сынок, скрывая следы на коже, торчит где-то у друга на даче. И эта счастливая в поезде плачет. Она поняла, оба врут, это ясно, зато не появится красавец опасный, который поселится у той красивой, и будет она 2 недели счастливой. Потом он исчезнет, прихватит шубу, кулон, сережки и 2 колечка, и жизнь за горло так схватит грубо железной схваткой, сожмет сердечко. Она не один прорыдает вечер, зато время боль потихоньку лечит. И черт с ней с шубой, лучше даже. Она денег потихоньку отложит и курточку купит на распродаже и будет выглядеть даже моложе. Зато подонок за все поплатится, зато как к лицу ей новое платится. Хотя в день рождения никто не пришел. А вообще ей одной хорошо. Мне лично тоже есть чем поделиться. Не все так в жизни сложилось, как хочется, зато смотрю я на ваши лица и забываю про одиночество.